Привет, Юрий Шевченко, прогноз специально для портала Футбол. Матч 29-го тура чемпионата Италии между Пармой и Аталантой. До конца чемпионата еще 10 туров, но Парма, в принципе, уже решила свою задачу на сезон. Команда Роберто Даверса очень хорошо провела первый круг, закрепилась в середине таблицы, и вылет ей уже не грозит. От 18-го места 9 очков, поэтому Парма позволяет себе регулярно терять очки. За последние 8 туров команда победила только один раз. В матче с Аталантой Парма в любом случае не была бы фаворитом, но к тому же у команды серьезные потери. Не сыграют Роберто Инглезе и Джонатан Бьябьяни, основные игроки группы атаки, а это увеличивает и без того высокие шансы Аталанты. Бергамаски, в отличие от Пармы, больше мотивированы. Команда сражается за место в Еврокубках, претендует не только на Лигу Европы, но и на Лигу Чемпионов. Поэтому команде Джанпьеро Гасперини очень нужно победить на Энио Тардини, ведь в прошлом туре она потеряла очки в матче с Киево, сыграв с аутсайдером в ничью 1-1. У Аталанты одна из самых результативных атак в чемпионате. В прошлом туре они забили всего один гол, но для команды Гасперини это редкость. Обычно атака ее играет более эффективно, поэтому моя ставка на матч Пармы и Аталанты и индивидуальный тотал Бергамасков больше 1.5. Это был Игорь Шевченко, прогноз специально для портала Футбол. До новых встреч!